Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Мой спонсор Security Room постоянный заказал мне песню. Песня называется Sugarcoat от группы Kiss of Life. А еще точнее, от девушки по имени под сценическим псевдонимом Нетти. Я про нее уже рассказывал. Она участвовала в 16-шоу, могла попасть в Twice, не попала, к сожалению. Или, к счастью для нее, я уж не знаю. Вот, в итоге потом она сольно дебютировала. Видимо, карьера у нее не сильно сдалась. Хотя, кстати, там были неплохие песни. На самом деле, минимум одна точно. И она в итоге передебютировала в группе Kiss of Life. И песня, на которую я сейчас реагирую, собственно говоря, это Sugarcoat, она, в общем-то, была в дебютном мини-альбоме. И там у каждой девчонки, всего четверо, было по своему соло, скажем так. И вот эта вот вещь, она как раз принадлежит Нетти. Ни за какой новый сольный дебют, конечно, это читать нельзя, потому что это, ну, совершенно другое. Но почему бы и не... Почему бы и не? Ладно, причем реакции попрошу вас просто послушать реакцию до конца. Даже все два раза. Мне этого будет достаточно в конце уже поставить, не поставить, это не важно, лайк или подписку, или бусти. Вот, и скажу спасибо Security Room за заказ. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали. Интересно, что она будет танцевать? Она умела танцевать всегда и весьма хорошо. Довольно милый такой, знаете, перезвон голоса. Вниз. Почему-то здесь совершенно не видно ее лица. На мой взгляд, это зря. Кепка, это, конечно, очень мило, но... Может быть, в конце клипа она как снимет кепку, так и ух. Классика жанра. Кинь пару монеток сам или сама. Чтобы потом люди увидели, что да, оказывается, этому артисту деньги дают и тоже начали давать. Да, мне импонирует эта манера. На-на-на-на-на-на-на-на, вот это вот. Хороший кадр, когда она из-за зеркала вышла. Из-за витрины. В принципе, то, что он здесь так хорошо и высоко поет, это приятно. Слышали, там волшебники требуются, маги. Ой, ничего себе, прям звук. О-о, беда. Слушайте, в клипе прям целая история показана. Мой малоизвестный факт, вот именно этим приходилось заниматься Нетти между сольным дебютом, не сильно удавшимся, и редебютом в Kiss of Life. Возможно, здесь ее и закастили.
меня страшное подозрение, как будто... Я уже не очень помню дебютную песню Kiss of Life, которую я реагировал. Но, возможно, там и было такое, что... Да. Что как раз все девчонки собирались вместе. Искренне забыл. Я не могу сказать, что мне песня та сильно понравилась, поэтому я настолько ее хорошо не помню. А эта песня нормальная, не то чтобы какая-то потрясающая, для меня, по крайней мере. Мне очень нравится здесь манера пения на эти. Давайте послушаем и посмотрим танцевальную, опять же, версию. Ну, нет танцевальной перформанс-версии отдельно, есть просто танцевальная практика, что, в принципе, неплохо. Так что давайте ее и послушаем. Поехали. В принципе, сюжет клипа мы уже поняли, правильно? Правильно. Да, слушайте, это танцевальная практика, что, в принципе, за перформанс-версию сойдет. В самой музыке очень много синтов, падов и скретчей. Для создания такого, видимо, модного эффекта. Ай, хороша. По части танцев. Прям хорошо. Я бы даже сказал, хореография слишком интенсивная для такой довольно спокойной песни. Интересно, что за мужики? Какие-то танцоры просто? Может, кто-то из какой-нибудь группы? Вряд ли. На мой взгляд, это самая заметная секция песни. Вот это. А вот эта секция, вот эта секция танцев, вполне соответствует духу песни, по-моему. Вообще она неплохо голосом играет здесь. Повторюсь, мне все-таки жалко, что ее сольная карьера не сдалась. Первая песня располагала к этому. По-моему, как-то со второй не заладилось. Ощущение здесь, что как будто песня сейчас пойдет на убыль. Знаете, так начнет затихать потихоньку. В свое время так любили песни заканчивать примерно 80-х-90-х. Потому что здесь по факту припев как будто повторился два раза. Без всякого усиления причем. Мило. Ну, слушайте, на самом деле, пожалуй, даже, наверное, мне эта песня нравится больше, чем обе вещи Kiss of Life, на которые я реагировал. Я не очень, повторюсь, хорошо помню первую вещь. Вторая как-то совсем, по-моему, мимо пролетела. Обе не помню, честно признаюсь. А это прям симпатично. Не то чтобы какая-то супер-пупер. И я такой, о, теперь стоит стоять Kiss of Life, потому что мне зашло соло от Нэти. Но интересно, кстати, какие соло у остальных девчонок. Насколько они качественные, интересные, неинтересные. Просто интересно. Вот мне лично. Все. Спасибо, товарищи, за прослушивание. Секиру Туруму еще раз спасибо за заказ. Имейте в виду, что если вы мои спонсоры на Boosty, то можете мне эти песни заказывать. Вот просто так, раз в месяц. Пожалуйста, можно и больше, если вы очень захотите. Ну и в конце концов, есть ссылка в описании на Boosty. И на Boosty, и на Тинькофф. Заходите, делаете заказ, указываете свое имя, указываете дважды имя, на что я хотите, чтобы я отреагировал, и я реагирую. Такое не раз уже происходило. Все, всем спасибо, всем пока, лайк, подписка, Boosty.